Найти истину сложно, и путь к ней тернист. Как искателям правды, вам следует все подвергать критике, а не просто доверяться сочинениям древних. Вы должны ставить под сомнение и со всех сторон оценивать эти труды. Вы должны полагаться только на доказательства и на результаты экспериментов, а не на слова любого человека. Ведь каждый человек подвержен множеству слабостей. Как искатели правды, мы должны критиковать и во время своих поисков ставить под сомнение и собственные идеи, чтобы не поддаться предвзятости или пренебрежению. Идите по этому пути, и вам откроется истина. Ибн аль-Хайсам. Вами передается мощность. Валы, грубо говоря, где-то метров по 10-15, такие судостроения освоены. Длинные есть, да? Да, есть до 30. До 30 метров валы? Но я бы вам сказал, давайте 10-15. 10-15 и соединяется, они между собой торчевые. Ну, грубо говоря, на конце вала. Чистая голая механика, на конце мухты зубчатое колесо, оно вставляется в стакан на следующем валу. Все. Скорость где-то 100. Но вообще 3-5 оборотов в минуту, вот здесь, на валу, можно превратить в 20, да? За счет чистой механики, да? Вал на 20 оборотов в минуту, если он судовой, рассчитан на 100. Ну, грубо говоря, на основе судовых валов, но на первых валах я бы экономить не стал. Расскажи мне об этом. Подумаем, как ее реализовать. Пару минут, yes? My friend, 2 minutes, please. Come on. Знаешь, настоящая пустыня. Настоящая. Самая настоящая. So welcome, my friend. Если бы у них была небольшая ветроэлектростанция вертикального типа, она бы могла вырабатывать энергию немножечко совсем. Этой энергии было бы достаточно, чтобы, например, работал насос, который из-под земли добывал бы воду. И тогда комфорт и качество жизни у них бы выросло. Проблем было бы меньше. И растительности было бы больше. Да-да, ребят, я про воду говорю, которая могла бы быть у вас. Смотрите, какое у него настроение. Настроение у него сейчас прекрасное. Почему? Потому что то, что он ожидал, он получил. Он ожидал несколько листиков, я ему их дал. Простая логика. Давайте людям то, чего они ожидают. Но если вы надежды не оправдаете, они будут очень сильно разочарованы.